Вопрос, касающийся фармакологического обеспечения, наверное, самый часто задаваемый вопрос нам как тренерам и нам как специалистам спортивной медицины. И вот сегодня наконец-то до нас добрался специалист с, не побоюсь этого слова, мировым именем, который занимается уже более 30 лет фармакологическим обеспечением спортсменов на уровне профессиональных команд, на уровне национальных сборных команд страны. Это Португалов Сергей Николаевич, который является кандидатом медицинских наук, является профессором и занимает должность заместителя директора Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта. Данный семинар был посвящен технологиям фармакологической поддержки спортивной и фитнес-деятельности на различных этапах тренировочного процесса. Семинар, несомненно, дал много ответов на интересующие специалистов вопросы, но и в то же время поставил перед нами еще ряд задач, которые требуют дополнительных изучений, дополнительного осмысления материала и так далее. Так как спортивная фармакология – это огромный пласт знаний, отдельная наука. Я думаю, это не последняя наша встреча по данной тематике. Рассматривали различные аспекты действия, скажем, веществ, лекарственных или БАДов, которые на мышцы влияют, которые влияют на массу тела, которые влияют на работоспособность. И факторы роста, и факторы кислородотранспортной функции, и факторы андрогенеза. Что вызывает определенные опасения, это очень низкий уровень грамотности спортсменов в отношении вот этой антидопинговой политики. Потому что чем ниже квалификация занимающегося спортом, тем меньше он интересуется этими вопросами. Если для элитных спортсменов вопрос жизни и смерти, то для более низких уровней это совершенно не так страшно. Требуется просто образовать людей в этой области. Для меня это впервые вообще этот семинар. Посещение таких интересных достаточно тем, затронутых, потому что не всегда можно встретить и поговорить об этом вот так вот с глазу на глаз с таким действительно человеком, который в этом хорошо разбирается, да, с профессором. Вот мне очень понравилось, потому что были открыты темы, которых я доселе не знал, да. Я никогда не думал, что, может быть, это можно делать и применять в спорте. Мы получили хороший багаж теории, все стало на свои места по полочкам, вот, но хотелось бы больше практических рекомендаций, конкретно для какого-то вида спорта, что эффективно, какие-то марки, производители и так далее, то есть готовый какой-то полноценный рацион.